пятницы на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Тем, кого дорожные полицейские поймают, грозит лишение прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч. Эти же санкции предусмотрены для автовладельцев, которые управляют своим авто, передают управление своим авто нетрезвым людям. А если уже лишенный прав захочет покататься за рулем нетрезвым, то ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.